благотворительный фонд мог получать какие-то деньги, мы создали коммерческую структуру, которая может производить, реализовывать и эти деньги направлять на различные заводские организации, которая сейчас пока работает на ярмарках. Да, да. Чего? Что говори, Зарая? Это может быть ангар, это может быть шатер, это может быть старая конюшня. То есть это должно быть не в аварийном состоянии. И там уже по ходу можно оборудовать отдельное место для стойла лошадей и отдельное место для занятий детей. То есть обязательно в крытом помещении, потому что идет зима. Там же можно, допустим, на улице мы своими силами смогли бы построить там сенник, например, ну и привезем какой-то вагончик для переодевания детей и инструкторов. Ты микрофон выключила? Давай, Василий. Маша! Ну вот так, обрежем. Я замаскировала.